Всем привет, я был в армии, ну, 7 дней, так сказать. Короче, давайте это новое событие, там какое-то там, вот это ваше, так, не это. Вот коброчка ваша, любимая, вот эти МП-40-ки разные. Йо, чё у нас, набор? Говноря, сейчас прибуду, подождите. Так, вот снова я. Закинул тут немного алмазиков. Ну, это, знаете, чисто, короче, вот, ну, позаниматься вот этой фигней, покрутить ваше любимое. Вот это вот, ну, кому это надо, кому это тоже. Это я не помню, есть ли у меня. Это, так, это 100%, это вся фигня есть. Шелуха. Погнали. Давай выбьем, да? Второй раз чисто. Ох. Так, ну, у меня вообще он есть. Ну, давайте еще раз крутанем. Мы же не лохи. Не нюхаем ладохи. Чисто вот, по сути. Я бы выпал сейчас, ну, офига. А вот это 5.8, кстати, полезно. Давайте какие-нибудь другие события зайдем, меня давно не было. Тут по планете, кстати, забрался инкубатором бесполезным, нет коней. Давайте что-нибудь зайдем, купим мышь. Ладно, здесь что-нибудь будем покупать, здесь неинтересно. Это все эмоции. Чуть новенького у нас есть еще магазинчик. Ну, в общем, нет. А, в общем, что хочу сказать-то. Ну, за некое прибытие, которое у меня не было, в принципе, ничего такого нового. Ну все, с вами был Инкассатор, в принципе, на этом можно закончить. Всем удачи, до новых встреч, всех люблю.